В минувшую субботу в Окприкамье, села Николобирюзовка, состоялась торжественная церемония открытия соревнований по плаванию среди воспитанников спортивно-тренировочной группы отделения плавания в рамках проекта «Защитник Отечества». В памяти ветеране Афганской и Чеченской войны депутате Госдумы РФ Фахриддинове Иршате Юнировиче в Окприкамье провели детский турнир по плаванию. Первый раз этот турнир проходит. Предложение с моей стороны уже вот этот турнир сделать на нашей территории, на нашем ФОКе, традиционным, ежегодным. Сегодня у нас участвуют только как бы чисто краснокамские наши ребятишки, которые по плаванию здесь занимаются, скажем, каждый день. Ну, предложение, чтобы более расширить географию в будущем, чтобы соседи приезжали, соседние районы, города, ну, может быть, и республиканского уровня, то есть статус вот этого турнира поднять. У нас все возможности для этого есть. Поэтому человек достойный. Я думаю, что в дальнейшем мы вот этот турнир будем проводить уже на более высоком уровне, с большим привлечением людей. Я думаю, что она станет традиционной. Участниками первого турнира памяти стали ребята, спортсмены Краснокамского района. Около 50 детей и подростков всех возрастов собрались в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса Прикамья, чтобы почтить память достойного человека. Многие из присутствующих на турнире знали его лично. Один из этих товарищей был Иршат Юнирович. Я как бы пересекался с ним, он умудрялся, даже являясь руководителем инвалидов, в меру своих возможностей, он контактировал с «Газпромом», с многими организациями, они его спонсировали, и он эти спонсорскую помощь умудрялся не только ветеранам, инвалидам поставлять. Я лично от него получил 2 раза подарки для членов боевого братства Краснокамского района. То есть я хочу сказать, то, что он и протезами занимался для людей, да всем, всем. Поэтому очень уважаемый в нашей среде человек. Иршат Юнирович – боевой офицер, полковник. Прошел непростой жизненный путь. Он много лет посвятил службе в вооруженных силах, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чеченской республике, служил в миротворческих силах в Абхазии, награжден орденом Красной Звезды. После увольнения в запас был депутатом Государственной Думы РФ 2 созывов, а последние годы преподавал в Башкирском государственном аграрном университете. Этот турнир посвящен памяти нашего друга, полковника Иршата Фахриддинова, который прошел 3 войны. И был действительно настоящим полковником, человеком, которым можно гордиться. Сегодня, в эти дни, ему исполнилось бы 58 лет, годовщина со дня его рождения. И здесь собрались и друзья, которые его помнят, и те спортсмены, которые показали свои лучшие результаты, я думаю, должны тоже помнить нашего депутата Государственной Думы 2 созывов, человека, который прошел 3 войны, защищал наше Отечество. Сегодня, в канун Дня защитника Отечества, очень важно помнить таких людей и отдавать им должное. Заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров также принял участие в спортивном мероприятии. Он провел церемонию награждения и лично вручил грамоты и медали победителям соревнований. Первое место среди мальчиков 2009 года рождения. Этот турнир памяти Иршата Фахриддинова стал первым в спортивной истории Краснокамского района. Но организаторы надеются, что со временем соревнования станут популярными и география участников будет расширена до республиканского масштаба.